Температура охлаждающая 60 градусов. Похоже. Температура. Нам топливо найди, коррекцию. Сейчас. Нормально. Оборотов 750. Опережение неинтересно. Поступающий воздух 16 градусов. Да. Вот они, датчики кислорода. Ладно, давай коррекцию искать. Количество прогревания, барометрическое давление. Вот. Что, нету? Все, нету. Вот она, по-моему, Юр. Она здесь названа балансировка. А где? Вот она в процентах. 25%. По-моему, первый датчик, а где второй датчик кислорода? Нагрузка боксом.